Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале, и продолжаем мы совместную кампанию с игровым каналом Доды с геостратегом, прохождение игры Rom Total War, кампанию за Македонию мы играем на максимальном уровне сложности. Я записываю сегодня уже 21 серию, загружаю сейв своего коллеги геостратега. Итак, и у нас какие у нас приобретения? У нас приобретение Массили, у нас приобретение Нарбон Марти. И вроде бы все, больше да нету. Вот Азии. Так, да сейчас под осадой. Так, что у нас еще? Тут у нас таки нарисовалось. Приказы. Ага, и даки все-таки атаковала, да? Господин. Мой повелитель. Давайте эту армию, хотя Лугдум у нас повстанческий город. Так, по финансам прибыль 2800 здесь прогнозируется. Мало. Мой повелитель. Слово совсем. Мой повелитель. Так, ну ладно. Сейчас мы, наверное, с этой армией сначала разберемся. А там будем думать, что дальше. Делайте, как с этим жить. Драчка в лесу, но я хочу на полянке здесь. Я хочу в лесу, я хочу здесь вот вылезть на эту полянку. Так, начинаем битву. Сначала у нас будут работать лучники. И не доходят, да? Итак, работают лучники сначала. Первым делом. Давай ставить скорость. Противник отступает. Может быть, хоть кого-то успеем достать. Thank you.
А ведь я мог обойтись совсем без потерь, ну ладно. Достойные греческих солдат. Так, безоговорочная победа, 205 противников убиты, я потерял 8 человек. Победа и честь! Мой повелитель! Осаждаем. Надо их добить. Зря они в форт отошли. Так, есть у нас еще здесь армия, да? В город. Так. О, время наконец-то могу крыски пикинеров нанимать. Точнее мы можем. Рыковатый делают с два хода. Так, ну на нас даки со всех сторон просто уже набирают. Вперед! Готовы! Так, в общем, ладно, здесь я... О! Где это с Ювалом? Потави не выйдешь, если с Потави уйдешь от этой армии, но Ювалом они... Фигейскими придут, атакуют. Просто я могу сигестику, если что, сюда мой повелитель прийти потом. Да, стратег. Марш. Блин. Одинарий много, конечно, потребует. Приказы. Может быть, все-таки кого-то оставить мне? Приказы? Ухожу из армии. Приказы? В атаку! Славная победа! В атаку! Так, ладно, здесь понятно все. Тут вот закончился. Это надо только на следующий ход можно действовать. Так, теперь вот с этой армией надо разбираться. Что делать с этой армией? Так, с Раки пока войны нету, да, я так понимаю. Тем не менее, находит. Господин! Но, наверное, Византии все равно придется нам завоевывать. Какие-то рано или поздно все равно атакуют. Кажется. Так, что у нас с греками? Так, а на что деньги тратятся? Содержание армии 39 тысяч. Торговли всего 17. Конечно. Ходы просто гигантские. Готовы! Мой повелитель. Ладно, давайте. Победа! В атаку! Бьемся тогда с фракийской армией. Вечером мы будем по моему приказу. Черт, у меня стрелков совсем нет. Фигово. Враги привели на поле боя еще людей. Все очень фигово. Противник наверняка есть стрелки.
Да что ты, ёлки, мне еще как далеко идти-то? Ой-о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 й, да включись ты, первая скорость, блин. Да кавалерия, ёкарный в корень. Не-не-не, ты стоп. Так, мне сейчас нужна кавалерия. Так, тут меня разогнали. Я немножко проследил, потому что... Кавалерий быстрее этой елки-палки, а? Ну да, пока кавалерий добежит, у меня уже вся армия побежит нахрен. Так, я смотрю, меня уже здесь разгоняют. Вражеский полководец убегает. Настоящие вожди вообще так себя не ведут. А во время битвы это и вовсе невероятно. Ну это Фауксман, против них кавалерии бесполезно. Так, ну-ка, возвращайтесь обратно. Ёлки, почему тут не могу вообще копьями их пробить? Они меня бьют, я их не могу пробить копьями, совсем. Так, давай сюда теперь. Есть. Так, ты сюда. Враги показали, чего они стоят на самом деле. Они не солдаты, они просто пуганые кролики. Так, кто у нас здесь еще жив остался? Ага. Давай сюда, скорей, 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 скорей. Да ёлки-палки. Полководец погиб и теперь кормит стервятников. Его люди тоже скоро станут пищей для птиц.
Охренеть, ну у них гоплит ополченцы, просто терминаторы какие-то, я не знаю. Лисимах из Катуссы был у нас погиб. Ну это все, мы скорее всего уже побежим. А что если генерал погиб, все, у нас уже, во-первых, у нас основная масса уже побежала. Бойцов. Да, поражение, конечно, я понес. Слишком я понадеялся на солдат. Так, 862 противника я убил. Мои потери составили, так, 1000, ой. 47, итого 1347. Охренеть, целую армию угробил. Фракийцами. Ну, блин, сразу меня не подперло, потому что не то, что даже не подперло. У меня сразу была ошибка, я включил третью скорость, на эту третью скорость потом просрал. Момент. Готовы. Это, я не знаю, габрит ополченцев, терминатор просто. Да, стратег. И обучаемся. О-ха-ха-ха-ха. Ладно. Так, не так страшно на самом деле. Здесь пока маринуем, наверное, греков. А, ну тут осталось последний ход все равно. Они все равно сейчас могут пойти в атаку. Ладно, завершаем ход. Так, греки в любом случае пошли на вылазку. Потому что ход у них последний был. Сейчас мы лучников выведем на прямую наводку. С третьей скорости я просрал, я переборщил, мне надо было... Я ступил, мне надо было построиться раньше. Слава богам, подкрепление прибыли. Да ёлки, ну что ж ты с... Лишите врага мужества. За идиотский компьютер, вот нахрена он стрелкам дает задание, блин. Тараны, блин, нафиг ты стрелкам даешь тараны держать, а? Что ж ты за идиот-то такой? Ну и что вы не выходите? Да лучники, ну а, все, я думал, блин, я прошу прощения, я затупил. Они по сути должны выходить, они нифига не выходят. Кавалерию, стоп. Я не кавалерию выделю. Кто подставить? Подход. Там башня по нам стреляет. Так, взять таран.
Не хотят греки выходить. Придется нам к ним заходить. Наши солдаты уже у стен. Теперь они должны пробить себе дорогу внутрь. Стены пробиты, и нашим солдатам открыт путь в город. Приказывайте атаковать. Ой, блин, да что ж вас на двупоршты поставить, я не пойму, что вы стреляли. Сюда не можешь стрелять, что ли? Отставить. Я сказал стрелять, а не атаковать его копашную. Мы не можем сделать это, господин. Так, ладно, пошла пехота. Ученики у нас все равно стрелялись. Так, кавалерия, подходим тоже. Выгоду. Что ж такое, у них вообще ни одного не погибло. 50 как был, так и есть, вообще ни одного не погибло. Хотя у меня копии длиннее. Они совсем не дохнут. Теперь эти не будут дохнуть, да? Охренеть, у меня 98 отряд побежал. Офигеть, ребята, вы что, блин? Посмеетесь, что ли, надо мной? Отряд 80 человек, 98 точнее побежал. Ну вы нашли как встать, ну ёкарный в корень, а да что ж ты как встал-то? Главное, если они боком встали, ну как они не побегут? Вот встали боком и... Да давай ты что-нибудь уже, куда ты бегаешь, а? Ой, пока не бегают, я еще больше потерь понесу. Тут штурмовать надо было, и то больше бы эффекта. Ну, хоть такой же эффект, какая разница. Пусть он бесит, когда он станет... Они так вот... Вот как может так стоять и бить врага? Как, блин? А у компьютера фаланга всегда нормально стоит. Всегда как надо. Так, а вы давайте здесь идите.
игроки побежали. Это конные стрелки обычные. Ну давай, что загружайся уже, ну ёлки-палки, да что ж ты вылетаешь-то? Не вылетаешь, точнее. Сворачиваешься. И как-то вообще с ним безобразную серию я провожу. У меня прям сегодня ничего не получается. Наверное, настрой не тот. Какой должен быть. Вот что встали, ну направил на стрелку, да, они стали, блин. Теперь уже не надо бежать, теперь уже поздно, они уже на площади. Ай. Отойди вообще отсюда, с кем ты там дерешься, непонятно. Не надо с копейщиками с их ним драться. Да генерал, ты не дерись с ними. А, генерал уже здесь. Да боже мой, да не дерись ты с ним. Ну еще раз идти. Ну куда ты? Куда ты поскакал? А ну господи. Ну сказал ж сюда-то идти вам всем. Куда бы вы бежали-то, блин, елки-палки, а? Сказал отойти, они все на генерала помчались, блин. Ну как, блин, вы что, блин? Тупите-то как жестко, а? Идиоты, блин. Ну приказываешь одно, они ему сюжет другое делают. Ну как вот? Добить, добить его. Полководец убит. Стоять! Стоять! Настало время форсировать атаку. Не надо никуда бежать. Куда вы побежали уже сразу? Уже намылились. Дальше бежать. Вот я просто дошел, у меня уже отряд побежал. Охренительно просто. Я просто дошел до них. Стоп, 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 стоп. Вот просто до них дошел, отряд уже побежал. Ой, дебилы, ну сказал, ну куда ты бежишь, ну ёлки ты палки, а да что ж вы делаете-то сегодня? У меня какие-то вообще неуправляемые. Ой. Я не понимаю, просто доходят и бегут. Они у меня просто доходят и бегут. Я не знаю, у них вообще никакого этого нету. Боевого духа.
абсолютно. Они просто доходят до какого-то отряда вот греческого и бегут от него. Тот волком вот так вот станут. Я не знаю, что сегодня такое, а? От гоплитов ополченцев бежим, охренеть. Это крестьян. Почему некоторые отряды меня реально, вот они только доходят и бегут сразу. Давай тест тот отряд. Вот, ну что ты там встал? Ну это когда убежали, я думаю. Что... А я думал, что они там встали у меня. Не, давайте на крестьян лучше. Давай, давай, крестьян давить. Ты не можешь, когда можешь. Куда же крестьян проблемы перебить? Какая большая проблема перебить крестьяна? Причем бегут от крестьян. Блин, все направление просрали просто. Ну что тут говорить, ну 98 убежали, если меня, тут, я не знаю, как о других отрядах говорить. Никакого боевого духа нет совершенно. Совершенно и абсолютно. Слава богам! Сердца врагов наполнились страхом. Это героическая победа, достойная греческих солдат. Итак, 874 противника, весь гарнизон был убит. Я потерял 560 человек ровно. Ну, хоть что-то взято. Вот там сейчас понт у нас.
Да, понт уже он выдвигается. Атаковать. Там Зевса. Солдату. Эти хоть не переобучишь. Да, в принципе, фиг с ним. Я бы, да, в принципе, можно отбиться гаммами копейщиков. Хотя у понта тоже могут быть копейщики. Какой мать пехоту надо. Так, ну и понаймемся. Строительство, если что. Верфь. Есть рынок. Денег опять не стоит. Так, Родос что? Хотя Хамзевс тут особо-то не... Так, Медиаланий. Ситуацию. Он Марти. Ноги каменные. Гайдство 66. Так, самый развитый фракция наша. Самая богатая фракция тоже наша была. Я уже потратил деньги. Великарнасость. Нет, в принципе, мне, конечно, хватает на русскую великарнасть. Афин расширяется еще. Да елки, это надо тогда убирать что-то где-то строительство. Так, где я что строил? Это что-то надо убрать. Да ну блин, где же я строил вот тогда? Ни в одном городе, что столько городов было, ни в одном городе ничего не строится. А где строят, тогда непонятно. Ладно, пойдем по другому пути. Что я строил в Фессалоник? В Фессалониках ничего не строим. Ну, так, здесь я город заказал. Отменим тогда вот это. Да? Готовы. Так, минус 6277. Прибыль 14348, сопротивление пандавы на старды. Заплачено. Там Артемид Эфесской. Так, ну и в принципе все, на этом я сохраняюсь. Так, а на чем мне сохраниться? А где сидит понт? Да, стратег. Да, стратег. Черт, отступать сейчас в Фессалоники, там у нас эпидемия сейчас. Готовы. Мой повелитель. Вперед.
Да тут, в принципе, не знаю, тут армии-то зачем тут отбиться? Я бы и так отбился бы на штурмах. На обороне имею в виду. Так, подводим итоги, давайте. 25 регионов под контролем. Я сегодня взял еще, как его, Сарды. Половина ровно до победы. 120 схожений выигран, 38 проигран, к сожалению. Сегодня я схожений проиграл с Фракией. Так, и у нас по уже 6 войн. 6 войн. Я с Фракией войну развязал. Ну, рано или поздно они все равно на нас напали, поэтому. Без вариантов. Понт скоро мне нас атакует. А, с понтом уже... А, мы уже с понтом воюем. Корабли готовы. Да, господин. Так, ладно, давайте я вот здесь сохранюсь просто и все. Двадцать один. Всем большое спасибо за просмотр. Всем, кому видео понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на игровой канал Дода, подписывайтесь на канал Геостратега. Следующую 22-ю серию смотрите на игровом канале Дода. Пролетает год за годом, ход идет опять за ходом. Ход переходит. Блин. Ёлки-палки. Хотел стихом вам сказать, но, блин, запутался немножко. Готовы. Ладно, давайте скажу немножко по-другому. Ход за ходом вновь проходит. Ход вновь к доду переходит. Вот так скажу. Забыл я немножко стих, поэтому прошу прощения. Так, ладно, все, всем пока. Следующий серий на 21... Ой, ёлки, 22-ю на игровом канале Дота. Смотрите, всем пока. Я сделал все, что мог.